Эпицентр сегодняшнего праздника – площадь Сахарова. Вечером здесь прогремят салюты, а сейчас гремит музыка. Кстати, людей пока особо немного, наверное, боятся холода. Так вот, не бойтесь, особо мерзливо могут просто танцевать. Танцуй, пока молодой, раз танцуешь, ты уже молод. Пока одни ежились в куртках, другие не стеснялись, пели и душой, и телом, и поздравляли город-именинник. Пожелала бы Барнаулу развиваться, это самое главное. Инфраструктуру, образование, культуру, но праздников побольше. Больше уважения людей друг к другу, чтобы больше было добра в нашем городе. А ваше любимое место в Барнауле какое? Наверное, наша набережная, Огоньки, как я их называю. В Барнауле мне очень нравится железнодорожный вокзал, где поезда. А вы туда часто ходите? Ну, не часто, но раз в месяц там по перрону погуляю. Это такая рельсошпаловая романтика. Под народные мотивы и современную музыку на сцене выступали детские и юношеские коллективы. Конкурировали с ними и весьма успешно гастрономические палатки. Действительно сложно следить за песнями и танцами, потому что сегодня здесь настоящий праздник желудка. Здесь продают кукурузу, а через площадь несколько мясных точек. Я не знаю, передаст ли камера, но эта часть площади окутана дымкой, ну, очень вкусного шашлыка. В очередях стояли не только за праздничной полевой едой. Своя компания дежурила у мобильного пункта вакцинации от гриппа. Мы думаем, это полезно. Для здоровья это вообще класс. А вы же сегодня в честь праздника, может быть, алкоголь употребите, нет? Нет. Здоровый образ жизни. И так весело. Без него прекрасно. Прекрасно, без допинга должно быть и всем остальным. Продажа алкоголя сегодня запрещена, зато веселиться можно без ограничений, и вы еще успеете. Приходите на площадь Сахарова. Анастасия Драган, Николай Шелко, День с толком.